Привет, Владимир, реальная стройка. Решили прихалюку вам вот такую вот снять. Мы никогда не беремся ничего реконструировать, но мы здесь делали отмостки. Покажи слова. И хозяин дома попросил еще сделать реконструкцию ступенек. Ступеньки на простой бетонной плюшке, то есть без заглубления. Сверху кирпич, абы как сложенный. Но хозяин хочет здесь сделать тамбур с металлопластиковой конструкции, как балконы. Поэтому попросил его расширить. Самое интересное, что он попросил это сделать на говноарматуре. Вы же знаете, как я люблю говноарматуру. И вот такую конструкцию мы соорудили. Плюс он попросил сделать вот это расширение, чтобы сделать ступеньки симметричными относительно двери. И вот такую фигню мы сделали. Просто я считал, что это снимать не нужно, а все просят, покажи до заливки. Какие-нибудь ступеньки. Первое, что мы сделали 200 на 200 сетку и забили туда по 15 сантиметров арматуры пластиковой. А на ней, вот, много, видите? На ней связали обычную сетку. Здесь, чтобы между отмосткой, которая может быть подвижна, и висячая, вот эта висячая будет полностью стена, которая, как всегда, опирается на столбы. Но это потом покажем. Мы ставили пенопласт. Хочет хозяин, выемет, будет тут щель. Не хочет, аккуратно подрежет. Но это позволит небольшое движение отмостки вверх-вниз, без отрывания ступенек. Дальше. Слава, куриц забодал. Дальше, ну, взяли говноарматуру, сделали так называемую конструктивную армирование. Оно не несущее, так как здесь бетон, кроме вот этой стенки, которая будет более-менее несущая, бетон будет просто наливаться сверху кирпичных ступенек. Все арматурины анкируются по 15 сантиметров в кирпичную часть ступенек. Ну вот, вот, вот. И главное, что ступеньки теперь будут ниже тех ступенек, которые были, еще на 8 сантиметров. Из-за этого тут вообще кое-как мы заанкировались в переход между бетоном и кирпичом. Ну и два столба. Ну, смотрите, вы сразу спросите, почему, Иван, ты не отцентровал ступеньки? Вообще-то ступеньки должны были быть до сюда, по первоначальному замыслу хозяина. И как раз столбы были бы внутри ступенек. Но хозяин в последний момент, видимо, узнав размеры конструкции, которая будет здесь монтироваться, он изменил на 10 сантиметров. И теперь, как вы видите, столбы не по центру. Вместо нижней части опалубки традиционно мы засыпаем песок, который по желанию хозяина лучше, конечно, вышкрести, но если не хочет, пусть не вышкребает, а нам проще ставить опалубку. Высота ступенек 18, так как тут 14,5 доски, плюс сверху брусок 4 сантиметра, итого 18,5, то есть низ ступеньки будет опущен в бетонный массив. Вот такая фигня получилась. Вот там стоит бетонка, чтобы заливать даже такой маленький объем, тут буквально 400-500 литров, мы делаем так. Вот сюда это будет сливаться в тачку, сдаваться задний ход, вот так, и уже отсюда лопатой заполняться ступеньки. Некоторые скажут, ой, что тебе трудно, там буквально копеечная фигня. Ведрами потаскать нам не трудно, но мы таскать не хотим. Ну, Славик, короче, мне напомнил. Во-первых, мы забыли усилитель вот тут посередине поставить, а ступеньки... Ступеньки полутораметровые, поэтому лучше посередине сделать усилитель. Мы его просто наискось забили в землю, чтобы он не шатался. И саморезами вот по вершкам ступенек... Ага, пофигу. И все, мы усилитель сделали. Кроме того, что усилитель сделали, я забыл еще сказать, что вот такие, иди сюда, большие высоты, когда заливаете, вибрируете, мы здесь взяли прям в кирпич
длинным нагелем закрутили. Но у нас такого бура не было, и поэтому не досверлили. И подложили всякого и затянули. Здесь, вот здесь, мы использовали стену. Покажи. От стены отперли. Здесь тоже. Ну там долго вам рассказывать, там пластина металлическая, она не сверлится дальше. Мы закрутили нагель и закрутили вот так. Ну и традиционно прихватили к арматуре. Арматура вбита, мы сюда прихватили. И также с этой стороны сделали. То есть вы должны обеспечить полностью неподвижность со всех сторон опалубки. Два самореза и вязальная проволока. Саморез и вязальная проволока и нагель. Дальше там не вкручивается, там пластина. Все. Здесь усилитель, на боках усилители. Здесь усилителем являются сами ступеньки. Ну, плюс накладки. То есть со всех сторон мы усилили. И теперь спокойно будем заливать. И все у нас будет ха-я-шо. Вечереет, 6 часов работы. Меня супермастера и Слайка суперпомощника мастера. Столбы, ступеньки, все сделано. Работа стоит 10 тысяч рублей, со столбами 12 тысяч рублей. Вот тут нормально правилом я затянуть не могу, потому что кирпич как бог на душу положен, плюс-минус 7 миллиметров, поэтому я просто мастерочком приравнял. Напоминаю, ступеньки черновые. Что значит черновые? Это значит, что плиточник перед работой своей должен где-то почухать чутка. В общем, тут до 3 миллиметров все размеры точны, может быть до 5. Надо чуть-чуть верхушечку чухануть. И тогда уже ложить плитку. Вот на этом месте уже завтра будет трещина. Как вы это не делаете, все равно бетон завтра... Бетон, знаете, на метр массива, 1 мм усадки дает. Вот завтра эта трещина здесь проявится. Если хозяин захочет вот сюда положить плитку, надо будет пристрелить сетку. Лучше тонкую проволоку, маленькое очко. Железную, если на крайний случай, пластиковую. А ты вообще молчишь, собака, когда Владимир Строй разговаривает. Все.